Первый календарный день весны в Самарской области солнечно и без осадков, пока прохладно, температура воздуха в дневное время -1, -3, ночью 4-6 ниже 0. Ветер южный, юго-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем 2 градуса с минусом, ночью 3 ниже 0. Ветер южный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти солнце, днем -2, ночью -5 градусов, южный ветер 3 метра в секунду. В Самаре солнечно и без осадков, днем -2, ночью -6, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.